Глава Ленинского округа Алексей Спаский начал оперативное совещание с новости о кадровой перестановке. С поста руководителя муниципального предприятия «Дорсервис» ушел Александр Митрякин. На должность заступил Антон Колесников. Всем хорошо знакомы, давно в повестке, поэтому Антон Владимирович публично здесь, что нужно, во-первых, не растерять все лучшее, что есть, не упустить той динамики, которая уже достигнута, ну и, если получится, может быть, даже сделать что-то быстрее. Спасибо. Далее, по традиции, руководители службы управления Ленинского округа отчитались о ситуации в муниципалитете на минувшей неделе. В целом, период выдался спокойный. Продолжается диспансеризация граждан. Пациенты проходят ее активно. Сотрудниками МЧС проводится работа по профилактике возникновения пожаров. Коммунальные службы завершили вывоз снега и избавились от наледей. Убирали территорию, вывозили лед, вывезли 850 кубов. С кашерским оператором проблем нет. О ситуации в Совете депутатов округа присутствующим доложил председатель Совета Станислав Радченко, который в своем докладе сделал акцент на работу по оказанию помощи семьям мобилизованных. Взаимодействуем с Центром по оказанию помощи при администрации. Выезды осуществлялись порядка 20 адресов, отработали на минувшей неделе. И также продолжаем собирать гуманитарную помощь для нашей подшефной дивизии. Ушел в эти выходные конвой, значит, это уже пятый по численности, по объему достаточно большой. Были закуплены 2 автомобиля, огромное количество там средств, гигиены. В ходе оперативного заседания были поставлены задачи на текущую неделю. Так, руководитель управления по делам молодежи, культуре и спорту анонсировала в эти выходные проведение масштабных соревнований по мотокроссу. Юлия Погосян, Александр Логинов, Ольга Садовская, Видное ТВ.